змей не стоять. Вот. Да. А Триня будет по ЕП? Или как? Паролу. Все, парол. Парол. Я. Вы это твой любимый декаври. Мод. Как удобно по хилботу то напуливать. Ты скачала хилбот наконец-то, Алекс? Он у меня был, я его поставила и напала и на рогу. Вот. Ой, и на ДК и на рогу напали был всегда, потому что я тут еле. Бейте этих мелких. Шаман, тотему нужно в центр ставить. А кому какую змею еще раз? Мишка направо, второй танк налево, трусы вот налево. Который сейчас выходит, забирает пал. Я сказал уже, что... Пал, забирай это. Пал, забирай. Мишка лево. Геру даем? Да. Это был не вопрос. Сука. Да блять. На ком тактин побежали, к танку разморозились. Левок. Рейндж. Рейндж. Бабум. Какой-то прист с ником Void Spiritus дал гимн на хп. Ничего себе. Я предлагаю кикнуть его. Согласна. Блять, Рейндж. Где моя меткость? Почему я такой неметкий, пацаны? Какого класса дива? Рейтинг меткости 0, ебать, как так 0? Сука. Слышь, на тебя-то передобавишь? Уже, отведите, блядь. Да я настраиваю ДБМ полосочку. Медведь танч. Где цели поставить, кто знает? В интерфейсе где-то там. Охуенно. Сука. Кто не отбежит, тот лох.
Я, блядь, трогаю его, блядь, хилить не могу, нахуй. Ты чё стоишь? Да, Рогов, как бы. Кикнуть. Ну, по-моему, сначала боев. Ё-моё. Рывок к вам, бегите. Еба, чё делать? Бежать. Беги, Фор. О, чудо, я спасся. Кто вообще этого вагона на кресте взял? Шутка, промах. А, сука. Пропистул. А чё, может, как ДК умирать вначале и всё? Можно как Рога, блядь, хотя бы стоять. Правда, тебя кикнут? Или привязаться за кем-то. Второй раз по текстуре не проходилось, прикиньте. Это моя дотка его добила, видел? Угу. Вот что там прям подземелье. Я даже попал и передамажил, бой, ты вообще не дамажишь. О, вот эта ткань мне нужна. Нормально. Может, ты поставишь ответственного? Брал это говно, потеря контроля, какая-то херня. Так, медведь на боссе, паладин на трэш. Чё по тактике, а то я тупой. Блин, все метка кидается, выбегаешь нахуй с рейда. Удалора. Да. Рейла надо понимать правильно. Говорить нахуй, значит нахуй. Да. На чей? С любой меткой нахуй. Как ты 3К ДПС дал? Не знаю, какой именно. Я всего лишь 2К дал. Ну давай сейчас на этом боссе помиримся. Тут я тебя обгоню, негодяй. О, грудь я получил, сейчас хосты будет 74. Боже. Радость это сколько? Ты видел? У меня было 62, теперь 74. Рейтинг скорости 295. Теперь нормально пацан. Ты давай там, чему нам бог не развешивай только, играй в бог. Я развешиваю, нормально будет. Ну давай, прожмись. Я разберсерка там. Фойт, если ты будешь развешивать чуму, держи в курсе. Она действует только на одну цель. А то я не знал. Мишка, а чё ты его не развернёшь? Промах пыткой. А чё я акро сорвала, если я напулила? Может, ты на себя напулила? Может, на пулю дадите, а? Я напулила на эту. На танк, на друида, медведя. Танкодру у него ник. Вот, короче, когда крест выбегаешь. А когда череп уводит. Сука. Если бы он нормально босса держал, нахуй. Спиной к рейду в начале. Был бы ДПС побольше. А зачем он его морду держит? Вот, не с диспозиции. Если танк держит лицом к вам босса, вы заходите боссу за спину. Да, все правильно. А то есть весь рейд должен обойти, да? Весь рейд должен обойти. Ну если там дебил не понимает, то чё вы, блин? Тихо, закройте рот. Вы же умрёте. Рау не может объяснить. Сейчас я умру. Вот, а мне крест, я выбегаю с рейда.
Дайте ким на хп. Чума дамажит одного моба, а вот да. слово там... Другая, короче, хуйня дамажит всех. Слово тьмы боль, да, можно на всех. Палец только на десятерых. Я тебя скоро догоню, у меня же 2.5. Мод не выбежал аккурат. Великий, осторожно. Вот иди, босс. Наверное. Не надо, все нормально стоять. Блять, вы чё нахуй делаете? 5к ДПС и огромный мне. Ты нажал таунт случайно? Нет, у меня таунт не в КД, я не нажал. Утешение, хорош. Сюда нахуй. На холи приста, на юного. Юный холи прист. А ты слыхал историю про юного холи приста, который пошел 25 оп и не смог. И забрал утешение у всех этих уловых типов. Начал захиливать рейд. Про последний пункт тут не стоит. Кто такой чипован? Чипован. Next за жизнь не заберешь. Паладин. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь альянса. Они пытались... Не услышим мы твою историю, к сожалению. Тех, кто дох, и тех, кто не дох, потому что у меня что-то каска уже 9 минут. Мне это не нравится. А можно мне нормальную каску? Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Орду! Типа Холи Пау утешение зачем? Будет тебя утешать ей. Томными длинными вечерами, ой. О, маздиспел. Смотри, я умею маздиспел давать. Молодец. А ты неплох. Это лучше, нежели дамажить тебя. Сколько дал мод ФТК? Понятно. 7200 и сдох. Настоящий мужик. Так, короче, здесь танчит Вара. Паладин танчит ДК. Ярит покой. Бить будем сегодня. И это все указания всем. Секунду. Она сейчас тактику досмотрит. Ну такое. Че, есть, наверное, опытные ребята, расскажи.
Расскажите тактику, пожалуйста. А кто хилы тут? Пал или Шам, или они оба хилы? Меня слышно? Слышно. Веселый дискорд. Чем? Бьем череп крест квадрат, мод тянешь череп в рейд по команде. Алиса тактику не досмотрела, чего начал? Танкадру, танкадру, держишь рогу, танкадру. Я на варе. Нет, ты на роге. Я хотела, чтобы ее поконтролили, ну ладно. А там вообще есть, я не вижу. Он стоит, да, рога. Все, возьми ее, запомни цель. Держи. Паладин, ты на ком? Он на круге или на звезде? На круге. Череп. В смысле, череп. Я на печеньке. На печеньке, все, молодец. Пан, Матума, в смысле, Матума не будет танчить. Пан, спекнись, пожалуйста. Я топ-2 ДПС, нафига вам спекнись в танка, спекнись в танка. Да пусть Матума танчит, у него талант скачанный, блядь. Пусть танчит нахуй. Пана в рейд брать, это, конечно... Сейчас ну ладно, будем в двух танков. Матума, ты можешь в этом поддержать звезду в мишке? Попробую. Ну, 200-м чмой. Да похуй. Пан не хочет, из-за пана вайпнемся, значит его проблема будет. Так. Ну, все понятно, все легко. Локи, контролим дерево. Загребущий экзекьютор. Дерево контролим. Маг, контролишь. Пытаешься паладина хэпала. И все. Давай, короче, это Джованни попробует звезду поддержать. Джованни, давай попробует. Ага. Подержи звезду. Не надо, давай я в мишке подержи лучше. Значит, давай Матуму поддержит. Шаманы и так, вы по ромбику даете свои хиксы и овечки. Все, теперь готов. Че, будем? Ну вот, на слове атака тени в рейд. Ханта, череп. Тени. Ну ты вытянешь его сегодня, нет? Кого ты вытянул? Ух. Бьем квадрат. Даем Геру. Маз диспел. По цели, по своей ШП. Даем рассеивание. Спасайте Войда. Ах ты, сука, негодяй, гад. Бьем крест. В крест все. Все в крест. Все в крест. Сука, дайте диск. Контрольте ханта, череп. Шип по нему, хек. Нет. Сука. Где уж тебе? Добиваем крест. Вольт, ты прожал уход в тень? Uh-huh. Рак. Бьем череп. Бьем череп все. Уход в тень тут скидывает агрессию, что никто тебя не бьет.
Там он подбежал, шотнул, я даже не заметил. Бьем череп все. Бьем диспел по цели. Блин, прикиньте, он стреляет, если у него оружие выхватить, нечестно. Фир, блядь, такой сложный маг. Хил Панзер, подними скальпера. По нему дай. Бьем все этого. Трусы бьем. Скальпер, вставай, кидай свящие точки. Можешь зайти в мобов и дать фир. Цыгане причем. Убиваем трусы. Бьемся крест. Вон крест ШП бегает. Шпаный страх. Ну, блядь, ну вы еще ближе к Шоколу подходите, нахуй. А те мобы сами подходят. Добиваем крест, бьем дерево, квадрат. Диспел! Вой, давай быстрее, здесь квадрат. Я Войт тоже. Мертвый, алло. Скальпер, жми уход в тень. Ебаунди. Ебаунди, деревяшку, потом бьем хапал, ромбик. Ромб, свечи, я не смею. Свит. Блять, почему скальпер так близко к танкам, нахуй? У Матумы прохил. Ему пизда. На 30к подхилил. Ну все, сводим их, добиваем. Рогу контрольте. А ну приз, ну хоть побегает босса. Видишь, на тебя все. Че, сервер упал? Да. Заебись, блядь. Лучший сервер в мире, блядь. Ура. Скажите в 10, когда встанет сервер.
Ну вы там держитесь, всего хорошего. А ты что, уходишь? Запускает, заходите. Электрошам, некробок, секлул, мод, инобар, заходи. Войд, заходи. По-моему, опять дисконуло, не? Да нет, нормально все. Ты один умер, походу. Я поела. Ставь в шкаф, экзекьютор загребущий кто-нибудь.
Ладно, пойдем без приста и без шамана. Здорово, Сим. Привет. Сервак опять упал? Да. Походу, да. Пиздец, блядь. Можно еще раз поесть пойти. Еще две крошки хлеба закинешь. Хотя я бы ошралась, пиздец. Fight!
Заходите, заходите. Я считаю, что это поставки. Я считаю, что это ГП. Согласна, дайте за шарпистолу ГП. За что? Чтобы не считал. Ты сервер крашаешь. Крахаешь? Да. То есть я тебе даю поэрелить, потом ты мне пишешь в поем «Помоги с РЛом, не знаю тактику», а потом еще и говоришь, чтобы мне КП дали. Да. Тут пизда. Коварство. Я любовь с тобой, ты чё? Ставьте шкаф. Вы знали то, что Торпестоп мой парень? Извинись. Ни за что в жизни. Торпестоп, я думал, ты не настолько туп. Дай ему в Дискорде. Вот там Некробок что-то пишет. Пишет пати, пати. Он, наверное, не вредит. Наверное, его кикнули. Наверное, он тут 26-й. Ну, будет место нашего креста. Овертейкерс, лол. Ну, вон какой-то вагон там есть на 16-м месте по ДПС. У Матума ник такой, друид какой-то. Поменяй. Я бы тоже его кикнул. А на 19-м кто это такой молодой? Молодой? Чип. А ты какой там? Я могу диспелить, ты понимаешь? О, бух, полезно. Я могу потанчить. Вара тут. А я похилить могу еще дальше. Я дух есть. Пойду запускать. А я могу напулить. Еще тактику на чемпионов можешь выучить. Не могу. Я, короче, блин, сколько... Я, наверное, миллиард раз была, да, и я до сих пор тактику, знаете, типа, когда её рассказывают, у меня вообще мимо ушей все прилетает. Но зато в ОК и ЗС я просто за два захода все выучила. Ты можешь помолчать еще? Нет, у неё такой функции. Она не активна. Мне еще не завезли. Во следующем обновлении. Это что, гайд, как не сдохнуть за неделю? Это было лишь пробой того, что ждет нас в Я прикинусь мертвым, короче. Ты можешь покинуть рейд просто. Иди в жопу. А ДК не у Диси? Разве? Так, так. Так, там... кто там наш второй там? Паладин, сметимс, ты на войне. И... На ДК у нас будет самый лучший медведь Умату. Топ. Так, по хексам и по ДТ... Что там у нас есть? На первое время шаманы и маги под трусам даете свои хексы и все это говно.
Все, потом убьем, когда трусы, я скажу, кого хексить. Скорее всего, это будет Холи Паладин Ромбик. Те, у кого есть диспел, точно диспелим свою цель. Присты дают масс диспел. Давайте пиздить уже. У нас два шамана в рейде, здорово. Здорово, у нас шама нет. Здорово. Шама нет, нахер нужен. Ты погоди пиздеть, а я покажу тебе пиздить. Алкадрул, ты здесь? Да, секунду. Один. Отчет можно на этом ходке на всякий? Так же. Ты на роге. Все, чек на пул. Нажмите, блять, на готов. Танкадру, нажми. Лучший. ДК, тяните. ДК, тянем, 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 тянем. Побежали, тянем. ДК. А, они в Дискорде, ебаный рот. Я же писал в спу. Я этого моду. Бьем трусы. Нет, мод без рола на всю жизнь. Нет. Вот, тень жми. Я дал фир этому пидору. Нажал уход в тень. Сработало. Помогло. Меня уронили. Нет. Глеба. Сука, я тучку прожал зачем-то. Я хотел рассеять глыбу, но прожал тучку. Почему глыба не дает частицу на меня? Потому что лох. Кого пиздим? Бьем крест. Блять. Притянули череп. Бьем череп. Видите, вот крест череп. Да? Бейте всех своих чужих. Похуй. Заебал этот хан, сука, чтоб он сдох. Череп бьем, по черепу играем, все череп. ШП, ты чё тут бегаешь? Я ну. Геру даем, Геру. Заливаем череп. Загребущий, засейвись. Поздно нахуй. За выдав все мобы бег. Ебану. Не просто все за мной бегают. Ну сбейте каст кресту. Вы чё тупые, да? Да ебаный страх. Господи, ПС, почему Хант еще жив? Череп почему жив? Ты просто умер, из-за этого нету ПС. А, понятно. Маги, шаманы по ромбику хекс дали? Нежный рок, сядь на косты, ты видишь, они ханта даже убить не... На тактику не знаю, чё. Крест бьём. Танкадру Бэру Матуму. Скайпер, вставайте, Бэрну. Танкадру, я сзади тебя стоял. Вон, на рейкарте. Вижу, вижу уже. Я думал, ты там куча. Вот это мой пир, хороший.
Это мой хер был. Хас, бейте. Я подняли у Матума. Дай БР по скальперу. Мы крест убьем сегодня, Анти. Но если вы не будете хилов контролить, то не убьем. Чем я поконтролю? Вы, это было к рейду, а не к тебе. Алиса что, мертва? Я дал БР, он не встал, я опять умер, но БР я дал. Ты стой, блядь. Ложитесь. Стоп хил. Сейчас буду каждого назначать на каждого моба, рассказывать все способности, какие надо. Так, кому дела? Уже дали. Ну, вот. Короче, самое простое это сливать хилов, потому что, ну, в нашем случае самое простое это сливать хилов. Еще будем хилов сливать. Если хилов не сливать, ну, допустим, что ты убил Лока, не, я даже хер знает, даже Лока с Хантом. Ну, Лока с Хантом бьют, потому что у них петы еще проблемы доставляют. Их как-то надо слить, Лока и Ханта, а потом уже хилов, ну... Шамана. Пала и друида. И приста. Потом уже только всех спокойно добывать. Это лучшие представители Орды. Я на тредбот, ну блядь. Не, если хулипал на меня частицу кинет, я не умру. Но хулипал не кидает частицу. Два танка, которых вообще не умрут, нахуй. А там, чё вы шаману не хотите менять? На танка Дру или там еще кто-то был танком. Блять, на них не вижу смысла вообще частицу. Ты его кикнул? И, запятая, правильно тянуть мага сначала, запятая, и ты меня учить не будешь... Не буешь, я в дис не захожу. То, что написал мне мод, я его кикнул. Ну, пидор. Пидор. Бери Бокуса. Он еще там какой-то вар, наверное, есть. Где Бокус? Где-то был там. Ну и тоже ошибка, то что вы, блядь, в центре стоит весь рейд, когда этого не должно быть, по идее. Ошибочка, знаешь, такая небольшая. Листенька, не дискорд, пожалуйста. Давай я во второй окно ДК зайду. Нахуя? Блин, танчить. Так а чё тут танчить, блядь? Три танка и поставить, и покинуть на меня частицу на холипале, чтоб я не умер. А чё, блядь, два хила в офе? Ну они, наверное, пидоры какие-то. Пидоры. Я прошел с нашей гильдии, офнулся после первого дискона и не заходит.
Да, кстати, Алиса, намажь яд на минус от хил. Называется, знает кто-нибудь? Толку. Нейтрализующий, я знаю. Она не должна бить цель, которую вы бросите. Да, она должна сидеть на хилах, нахуй, на холипале или на эршаме, сбивать им косты. Толку от этого яда. Она не бурстит цель, блядь, которую бьет весь рейд. Ну, касты можно сбивать и с ядом на минус от... А минус от хил всегда будет полезнее, чем урон на этом боссе. Минус от хил — это дебаф. Она не играет по цели, по которой играет рейд. Ее задача — сбивать косты холипала. Ну. Почему бы шаман не меняет? Сейчас я ищу второго этого. Хила. Кулебал, ты меня слышишь? Плюс они в рейд. Находи дискорд, Матумарин, находи дискорд, видим. И ты дал ассиста. Короче, надо стараться Виклик первый ходить, ну... Немножко вагонов там своих, а на второй-третий, да, на второй-третий уже нормальными персами. Ну, типа, у кого есть два перса, чтобы они на второй-третий приходили обязательно. Только еще раз наконец-то. Тут так подумать, если вот посмотреть на рейд, тут зарешают тупо вот друиды. Вот Матума, Танкадру, они тупо зарешают вихрями и корнями. Это если касательно миликов. Плюс друид, который хил, если он в дисе, то он может зарешать он вихрем. Заходит. Он очень может зарешать вихрем, который даст по хилу. Это будет очень большая помощь рейду. Ну, желательно, конечно, чтобы Эрдру вышел дерево. Чтобы Волок спокойно подержал в бане Фера. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Ждите хорошо. На канале Войда трехчасовой виклик. Бля. Чего? Гайд, как настроить Вуду за приста. Сука, выходит сова, вот мразь. Сову тоже можно контролить, чтобы она не стреляла во всяких вайдов. Просто изнанием не дашь. Всяких вайдов. Чё вот это мучача офнутый, сука? Он мучача. Сейчас заменим. Гринго. Три танка. Так. Да, ну как, у Матума такой полутанк. На смысле, если хулибал частицу повешает, я не умру здесь. Рыбу ешьте, стоит рыба. Пока буду рассказывать танку. Джованни, тоже спекайся в танка. И пусть и Матума будет, и ты будешь. Так, танки. Он держит Вара, танка Друрогу, я ДК. Все легко. Просто, блядь, хулибал ни разу частицу на меня не кинул. Так, стоп. ДК, вы в рей... Ой, в Дискорде, а не ел аст какой-то там, вот ты красавчик, как твой ник читается, аст... Матик. Матик, будешь у нас матиком, будешь матик. А, астматик, матик. Точно. Ты болеешь? Не болей. Хорош, а я вас видел от лица Вара, того Шокула, внутреннее зрение. Короче, тянешь... Когда ДБМ напишет, типа, пул, то тянешь Алису Лунапарт в рейд. Череп, понял? Красавчик. Потом мы заливаем крест.
Там паладин, холи паладин или кто это? Посмотрите, пожалуйста. Да, холи паладин Вилана. Угу. У них два хила всего? Три. Так, по-любому шаман, холипал и еще прист. Да, прист, право. Тогда зальем потом шамана крест, потом зальем, наверное, приста. Лучше холипала, потому что прист он слабенький, самый слабый тут. Да, холипала потом. Так, заливаем череп, крест, квадрат, месяц. По хексам, все шаманы, все маги, вы хексуете. Кружочек. Нежный рок, ты на присте сбиваешь ему касты. Если на тебе будет агро, ты его не бьешь, чтобы агро не набивать, ну или бьешь, но не сильно. Если будет агро, жмешь, ванишь, все агро спадает. Главное касты сбивать. Понятно? Хилы не бьют. По-моему, я там сбиваю косты. Присту, прист, звезда. Вон звезда стоит справа. Я просто слушаю. Так, по танкам. Танкодру, ты на роге. Да. Паладин, ты на ДК. Не, пусть он будет лучше на варе. Давай я. Давай, да, паладин, ты на варе. Ты на ДК у Матума. Паладин, ты на варе, понял? Плюс в чат. Красавчик. Да ты не тот паладин, не Джованни с Митимсом. А Джованни будет у нас держать сову. Ебать, мне дали, да. Значит, держишь сову. А как он вообще ее держать-то будет? Как-нибудь там головой побьет. Лапку баф. Лапу забаф. Че, угорайте, пусть лучше он дамажит. Лапу. Лапа есть. Все. Спасибо, да. У тебя тоже лапа. Танчить. Лапа. Да уйти просто любых пидоров, которых увидишь. Лучше мага. Маг ебашит, я ебу. Пусть лучше в тела нихуя. Сокру дал. Так. Сгребущий астматик. Сгребущий-то тут. Все готовы. Даю ДБМ-пу. Я придумал тактику для ШП. Иссушение разума. Не надо, ты а оно будешь, не фигачит. Ты будешь все. Сбивать. И ты будешь сбивать фир крестов. Ну ладно, хорошо. Череп тянем рейд. ДК. ДК, череп, рейд. ДК, тянем череп, рейд. Даем Геру. У Матума сдох. Никто не прохилил. Частицы, блядь. Как... Че за нахули пали, долбоеб, я вообще не понимаю. Успокойся. Джованни, ДК твой теперь. Джованни, твой ДК. Где он там, блядь? Ищи, бери клинок в виде. Джованни прохил. Джава, паладин, прохилить его. Все, нахуй он. А, нет. Блядь, хули меня контролят. Бьем лока. Крест, крест. Крест бьем. Кресты, заходим по КД в толпу. И даем фир по всем. Друбракс, дай БР по Уматуме. Друбракс. По Уматуме БР. Я на сову так без. Хотя не БР, не пошло не в Дискорде. Кого бьете сейчас? Крест почти добили. Бьем квадрат теперь. Квадрат бьем. Квадрат все свечнулись. Бьем квадрат. Во, Матума резнулся. Кого мне вихревает, сову или мага? Кого видишь опасного, того вихрю. Лучше мага. Если он не хексе. Шаманы хекс по магу. Маги тоже.
Когда добьете, скажете. Добили. В месяц играли все. Все бьем месяц. Месяц все бьем. Марк, законтрольте печеньку. Дай по очереди. Мага сову. Рогу, ты забиваешь косты, звездочка? Я ж потом посмотрю по рекалам. Добили месяц. Сичнули все в кружок. Кружок бьем, кружок. Войд, живи! Там уход в тень, там тучка. Убиваем кружок. И бьем звездочку. Вот и все. Хорош. Бьем сову. Блять, бой. Отойди чуть-чуть. Ушел. Бьем рогу. Это друид, он решал. Сейчас вылет серва. По-любому. Бьем. Да. Его пятерный в рейд, отлично. Конец. Там 100 выборов. Ой, они из-за Войд. Войд ХЦ. Как раз меткость будет нормально. Свой ни одного не срубит. Не, бля, в натуре дайте один хотя бы. Я занидил, если чё, отдам. Я оба занидил, тоже отдам. Я тоже оба. Тут-то распылить жмёт изверги. Карпи выиграл. Я выиграл один. Думал, да, трофеи авангарда эти, блядь, живем. Печеньки. Они типа персональные или их можно передавать? Можно передавать. Трофеи не знаю, а которые сферы продавать можно. Ну, сферы, да. Трофей можно передать только тем, кто с тобой в рейде. И все. Можешь. Долго продать. Ладно, расскажите мне на ШПшника, куда усилки вкидывать? У меня 46 усилков есть. В силу заклинания. И нормально будет, да? Ну конечно, лол. Это единственное, куда можешь вкинуть усилки на любом РДД. Ну кроме... Ну дух еще можно для всяких локов и этих. Но у ШП только силы заклинания.
Лиса, ты уверена? Мне кажется, что ты зафейлишь, скажешь взять сферу, а на самом деле не надо быть брать сферу, и мы все ляжем. Какая нахуй Лиса? Давай в ЖРЛ. Ты что, угораешь, что ли? И так уже сколько сидим? Я уже заебался на это. Там ДБН пишет, блядь.